Vicente Li, Sara Moreno. Итак, Висенте Ли и Сара Морено. Первые сегодняшние финалисты. Представляют они Испанию. Результат в квалификации 20 баллов и 85 сотых. Абсолютно лучшие результаты, между прочим, в предварительной части. Ну вот им не повезло, и выпало им открывать сегодняшний финал. Используя большую площадку, 10 метров. Здесь уже вступают в игру такие вещи, как синхронность, взаимодействие и поддержки обязательные в системе программы. Существует какая-то норма по числу поддержек, которые должны выполнить спортсмены? Да, конечно, 3 поддержки должны быть в программе, и больше, не меньше. А, ну так я так понимаю, что это унифицировано все. Та же ситуация у нас была вчера в трио, и та же ситуация будет в командах, или в командах, да, там тоже будет поддержка. Изначально тройки и пары использовали малую площадку, то есть они использовали площадки 7 на 7. Относительно недавно изменены были правила, и теперь используется площадка 10 на 10. Совершенно не испанская фамилия у партнера, Висенте Ли, хотя на него глядя о каких-то азиатских корнях даже и не скажешь. Россия имела честь в 2003 году проводить соревнования мирового масштаба. И в 2003 году состоялся второй финал Кубка мира в Санкт-Петербурге в рамках 300-летия города. Это наша гордость, достояние, впервые в истории. Очень бы хотелось, чтобы это все повторилось. А с чемпионатами мира ситуация какая здесь пока нашим? Не перепадал. Не перепадал. Честь проводить.